из города выехали еще в мае, но в Одессу мы приехали в октябре. К нынешней жизни вообще привыкнуть невозможно в нашем состоянии. Мы все хотим домой. Свой дом, он есть свой дом. Как нехорошо в гостях, а дома лучше. Наш город – это прифронтовой город, и мы все эти взрывы слышали еще с 2014 года. Но тогда ситуация не была настолько тяжелой, и мы продолжали работать и оставались жить в своих домах. Но сейчас ситуация намного сложнее. И когда в мае месяце уже начали обстреливать жилые дома, конечно, уже было очень страшно. Когда мы выезжали из города, наоборот, на всех блокпостах ребята говорили, что да, выезжайте, выезжайте. И нас на тот момент уже губернатор и мэр города уже призывали людей эвакуироваться из города, потому что ситуация уже была все тяжелее и тяжелее. Мне очень понравилось в Одессе, потому что тут чистый город, красивый, тут много детских площадок, но у меня нет друзей, я бы хотела их побыстрее себе найти и приехать домой. Еще и летом все функционировало, и магазины, и аптеки. Все закрылось уже в конце года. Тогда еще ситуация не была настолько страшной, как сейчас. Тогда прилеты были, но они в основном были там под утро, в 4-5 утра. Если в 2014 году мы хотя бы знали, что это там или это там, то сейчас нет, самолет пролетел и все. То есть куда, в какой дом попадет, в какую инфраструктуру, никто этого не знает. Поэтому очень страшно. Когда я ходила в школу, у меня были друзья, мы с ними там встречались, играли, разговаривали. А онлайн мы все сидим, и через микрофон говорим, и даже друг друга не можем увидеть. Все онлайн, только несколько детей из нашего класса остались в Бахмуте. Новости мы смотрим обязательно за город, переживаем, конечно. Там людей очень много осталось, там есть дети еще в городе. Тяжело. Все, что касается родного города, все очень тяжело. Мы приехали сюда, выбор сделали, приехали сюда. Надеемся, что все-таки все это закончится и можно будет вернуться домой. Мы уже устали, не хотим ездить по Украине. Хотим только домой возвращаться. Я тут только второй раз, и когда я только первый раз пришла, мы делали на Пасху зайчиков и ангела. Ангела мы делали на подарок ЗСУ и писали пожелания. Я написала поскорішого миру та перемоги.